Ох, да чего же вкусный тортик вас сегодня ждет! Рецепт просто неимоверный. Займемся приготовлением крема. Куриные яйца разбиваем в глубокий салатник. Немного солим, добавляем ванильный сахар и муку. Все тщательно размешиваем венчиком до получения однородной смеси без комочков. Подготовленную заранее кастрюльку, предварительно поставленную на средний огонь плиты, выливаем молоко. В молоко высыпаем сахар. Нам нужно хорошо размешать его венчиком до полного растворения, чтобы у нас оказалась однородная масса. Выливаем теперь в горячее молоко подготовленную яично-пшеничную смесь тонкой струйкой при постоянном помешивании венчиком. Молочную смесь в кастрюле держим несколько минут, постоянно помешивая венчиком до загустения. Теперь в слабокипящую смесь помещаем сливочное масло, продолжая постоянно перемешивать венчиком. Здесь главное не отходить от крема ни на секундочку, чтобы ничего не пригорело, и постоянно помешивать. При полном расплавлении сливочного масла снимаем кастрюлю с уже готовым заварным кремом с огня. Отставляем кастрюлю с кремом в сторону остывать. Нам понадобится слоеное готовое тесто. Лист слоеного теста разрезаем на полоски, а те, в свою очередь, на примерно одинаковые квадратики. Вот примерно так, как у меня. Делается все очень быстро и абсолютно несложно. Выкладываем подготовленные слоеные квадратики на противень для выпекания, но предварительно застелите его листом пергаментной бумаги. Отправляем теперь готовый противень со слоеным тестом в духовой шкаф выпекаться. За это время слоеные квадратики наши уже испеклись. Вынимаем противень из духового шкафа. Перекладываем слоеные квадратики на рабочую поверхность. Разрезаем квадратики на две части по линии расслоения. Небольшое количество разрезанных слоеных квадратиков отставляем в сторонку для дальнейшей работы с ними. Они нам нужны будут для украшения. Крем уже немного остыл, и мы продолжаем с ним работать. Большую часть подготовленных нарезанных квадратиков высыпаем в кастрюлю с заварным кремом. Аккуратно перемешиваем так, чтобы крем равномерно со всех сторон слоеных квадратиков пропитал их. Теперь перекладываем слоеные квадратики с кремом в разъемную форму для выпекания. Выравниваем поверхность и отставляем в сторонку до полного остывания и застывания в холодильник. Тем временем оставленную в стороне небольшую часть нарезанных слоеных квадратиков перекладываем на рабочую поверхность и измельчаем ножом. У нас получилась измельченная слоеная посыпка для торта. Наш торт хорошо уже застыл и пропитался кремом. Вынимаем его из разъемной формы, но не спешите. Сначала силиконовой лопаткой нужно будет пройтись по кругу между стенками формы и тортом, освободив таким образом торт от склеивания кремом. Открываем замок формы, накрываем поверхность торта блюдом или большой тарелкой и переворачиваем. Вот и все. Наш тортик аккуратно разместился на блюде. А теперь осталось заняться только украшением торта. Берем измельченную слоеную посыпку и равномерно посыпаем весь тортик. Вы только посмотрите, какой красивый слоеный торт у нас получился. Готовится все очень быстро, просто, из доступных продуктов, а в результате получается неимоверная вкуснятина. Вот обязательно попробуйте приготовить и напишите мне в комментариях, как вам такой тортик. Разрезаем на порционные кусочки, выкладываем на тарелку и сразу же пробуем. Сочный, ароматный, хорошо пропитанный кремом и одновременно с такой знакомой хрустинкой слоеного теста. Ох, это неимоверная вкуснятина. А самое главное, быстро и без особых лишних хлопот. То, что нужно. Я желаю вам приятного чая, быстренького приготовления, и уже совсем скоро вас ждут новые интересные рецепты. Только не забудьте сначала поставить лайк, мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, если вы еще не со мной. И, конечно же, нажимайте на колокольчик, чтобы ничего новенького не пропустить. Пока-пока!